328 вот этих артикулов, оно доеднано до законопроекта антидопингового. А в соответствии с регламентом Палаты представителей, все проекты, которые прошли по одному кодексу, если в данном случае речь идет только об уголовном кодексе, то все нормы, которые были в других комиссиях и вышли на один уровень второго чтения, значит, они объединяются в один проект. Поэтому мы объединили к проекту, который был готов. Туда вошли экстремизм, реабилитация нацизма, допинг и изменения уголовного кодекса. Яких чекать все ж таки изменов по 328 артикуле? Статья 9 уголовного кодекса. Там четко определен порядок, и кто кого это будет касаться. Поэтому все, кто попадут, то это будет касаться. Ну вот то, про что там эти мати 328 все казали. Так что мати? Ну, в смысле, отрымается то, что они хотели? Не вот знаю, что они хотели. Дело в том, что норма принята, она расширяет самое главное. Она дает расширить диапазон суду, принять решение с учетом, так сказать, принцип индивидуализации наказания, то есть рассмотреть с учетом личности, степени общественной опасности совершенного деяния и принять решение о наказании вот с учетом вот этих всех компонентов. Ну, можно говорить про то, что смягчение будет? Нет, смягчение тут никакого речи о смягчении не идет. Речь идет о расширении диапазона, о том, что ответственность как было, так и есть. Это угроза, это опасность для общества. И государство защищает своих граждан и будет защищать. Просто ответственность более дифференцирована. Угу. То есть, если раньше она начиналась условно по второй части с 5, то сегодня с 3. Это не смягчение, это просто диапазон. Для тех, кто впервые не 5, может быть, судья будет с учетом личности, с учетом содействия следствию в процессе предварительного расследования, будет учитывать факторы и давать мнение. Но это не смягчение. Наказание все равно остается уголовным кодексом. Зрозуміло, дякую. Таким чином, смягчение покарання по 328 артикуле не предугледжується. Одне, на что можно сподіватися, что будет больше персонально подыходить до разгляду, не будуть грызти под одну гребенку, а подыходить там до человека, сыходячи з его неких якостей, характеристиков, перший раз, не перший раз, ну, супраца со следствием и так далее. Разгляд будет другим, другим по лику, после персональных данных.